Можно ли назвать иронию Горина спасением от отчаяния? Почти все главные герои его пьес несчастны, но страдания их не ломают, а делают крепче. Интересен выбор Гориным сюжета для пьес. Комичные персонажи становились героями. А не то чтобы становились, они ими и были. Но это не всегда персонажи комические. Чистый случай комизма, ну, это, пожалуй, один Мюнхгаузен, из которого он сделал явного героя, ну, со всеми чертами трикстера, это естественная вещь. А вот Итиль, безусловно, героическая фигура, и Свифт, безусловно, героическая фигура. Я уже не говорю про Ланселота, который, впрочем, почти не подвергся горинской редактуре, они довольно точно шли по тексту Шварца, как в «Обыкновенном чуде». А, пожалуй, в формуле любви Калиостро приобрел черты, ну что ли, более трагические, но он же уже и в замысле, уже и у Алексея Толстого в «Проект Калиостро» он вполне себе такой героический персонаж. А просто для Горина вообще характерно было видеть, чувствовать, описывать именно трикстера как главного героя эпохи, и в Тиле это с особенной яркостью сказалось, но начал-то он с антигероев, с «Остановите Потапова», с «Герострата». Он очень, судя по «Забыть Герострата», он очень ясно видел чудовищную опасность неофашизма. И Герострат – это и есть воплощение неофашистской, крайне эгоцентрической, презрительной, пренебрежительной психологии. Он очень хорошо понимал, в какие времена мы вползаем. Может быть, это его и убило раньше времени. Потому что он примерно мог предвидеть, чем обернется распад 90-х годов, он обернется тотальным кризисом ценностей. И у него довольно близко, в общем, довольно точно сказано, что раньше подкупали актеров, но оказалось дешевле подкупить зрителей. Я думаю, что деятельность Горина в Ленкоме прекратилась раньше его физической смерти. Уже «Шут Балакирев» был, по сути дела, неудачей. Да не то, что неудачей, но попыткой уйти от прежней парадигмы. Время героев прошло, потому что прошло время людей, которые могли бы оценить героев, которые ожидали этих героев. Да и, кстати говоря, Мюнхгаузен ведь тоже улетает именно потому, что становится абсолютно лишним персонажем. Можно ли сравнить Горина и Венедикта Ерофеева? Только в одном отношении. Это, опять-таки, тип позднего застоя, который несет в себе и рыцарственность, и трагедию, и самопожертвование. Можно сравнить не Горина, а скорее Мюнхгаузена и лирического героя Ерофеева. Вот это можно, да, потому что в нем есть такая благородная маргинальность, такой аутсайдерский, при этом рыцарственный дух. А это беда временам, когда рыцарь становится аутсайдером. Кстати говоря, попытка Абдулова сыграть Ланселота, она не удалась. У него Ланселот получился... А неубедительно получился такой немножко быдловатый персонаж, но в очках. А это должен был кто-то быть другой. Это должен был, я не знаю, ну, кого имел в виду Шварц, ну, он имел в виду человека вроде себя. А кто мог сыграть Шварц? Только ранний Герд, может быть, в «Фокуснике». Молодой Герд, ведь это было жутко интересно. Но я не очень себя представляю, кто мог бы это быть из наследников той культуры, из наследников 60-х. Ну, поговорим о Григории Израильевиче Горине, который для меня тоже ключевая фигура 70-х годов. В чем проблема? Горин является собой торжество эстетики и позднего застоя.
Но то, что было застоем в отношении политическом, в литературе было бурным и очень динамичным расцветом. Было два драматурга, создателя театральных притч, таги-фарсовых, очень умных, более интеллектуальный, более холодный Зорин, более праздничный, более буфонный Горин. Они дружили. И я думаю, что Зорин и Горин оглядывались друг на друга гораздо более внимательно, чем, скажем, Горин и Арканов, с которым его традиционно ставили в пару. Арканов был тоже феноменально одаренный человек, но его интересовало в жизни слишком многое. Женщины, медицина, светская жизнь, джаз. А вот Горин всю жизнь любил одну женщину, мало чем интересовался, кроме литературы и театра. Медицина была всегда нелюбимая и такая вынужденная. И Горин, как мне представляется, по театральной своей природе, он эпохи 70-х подходил лучше всего. Он нашел себя в Линкоме. Хотя я думаю, что его пьесы гордились, годились бы и для Таганки, но Таганка более брехтовская, более политизированная, более радикальная, а более режиссерская, а Захаров ценил еще и актерскую такую буфонаду, актерский праздник, вольницу. У Горина был рассказ «Случай на фабрике 8», если я ничего не путаю, или на фабрике 6. Ну, в общем, «Случай на фабрике». Там проблема была у главного инженера, он не умел материться. И он попросил одного слесаря подавать ему уроки мата, ну, такой лингофон. И вот они сидят и записывают на магнитофон эти выражения, чтобы он их выучил и начал с работягами нормально разговаривать. А потом этот инженер, будучи человеком нервным, там кто-то на него наорал, и он помер от сердечного приступа. И тогда этот вот слесарь, который его обучал, приходит на, ну, в радиоузел заводской, и говорит: вот умер наш главный инженер, хороший был человек, давайте послушаем наш с ним курс. И врубает эти записи, на которых этот инженер неумело пытается материться. И весь завод это слушает и медленно встает, чтя память этого умершего инженера. И вот Горин пояснял: мой любимый театральный эффект – это когда звучит «твою мать» и все встают. Условно говоря, сочетание трагедии, гротеска, сардонического юмора и мысли о всеобщей неделикатности и грубости. Зоринская драматургия – это, конечно, буфонада. И никто лучше Захарова с его умением делать театральные праздники с цирком и фейерверком, никто лучше Захарова этого не воплощал ни в театре, ни в кино. Когда Горин обработал «Дорогую помилу», ну вот как пришить старушку для Ленкома, это новогодний спектакль праздничный, его играли 31 декабря. И это советская атмосфера праздника. Все уже столы накрыли и смотрят по телевизору какую-нибудь огневую комедию из западной жизни. И вот это сочетание праздника, убийства, опасности, доброты, наивности, хамства. Вот это и есть горинский стиль. Горинская мрачная буфонада, всегда прекрасно решенная. Я думаю, что и в Мюнхгаузене очень четко определен именно этот жанровый момент. Сначала планировали праздники, потом казни, потом решили совместить. Действительно, в каком-то смысле тот самый Мюнхгаузен – это история глубоко органичная для своего времени, где быть святым можно только в формате чьего-то, в формате безумия, где говорить правду можно только под маской чудовищной лжи, и где сделать высокую трагедию можно только под маской бесстыдной шутовской комедии. В чем главная прелесть 70-х годов? Смотрите, ведь они почти одновременно написаны: горинская притча «Убить Герострата» и зоринская притча «Римская комедия» «Дион».
обе они имели довольно несчастливую театральную судьбу. «Дион», лучший спектакль Товстоногова, был после первого представления снят. Кстати говоря, это так на всю жизнь и осталось любимой ролью Юрского, которому судьба была играть великие роли в зоринских пьесах, в «Человеке ниоткуда» в сценарии и в «Римской комедии». Это всегда он наилучшим образом демонстрировал свои гротескные буфонные способности. Ну, или Горинскую «Герострата», которая, в общем, была глубочайшей его пьесой, но играла всегда, как говорил в таких случаях Блок, в четверть ее роста. А мне представляется, что главная черта драматургии Горина по сравнению со Шварцем, а он, конечно, прямой наследник Шварца, это его гораздо больший скепсис и гораздо большая рациональность. Он более разумен. Шварц – это вот сердце все время, это рыдание, это сентиментальность. Невозможно без слез смотреть «Обыкновенное чудо». Такая сила, такая глубина там и такая невероятная чистота. Горин, конечно, по суше Шварца и интеллектуальнее, и афористичнее. Но ведь Горин работал в другие времена. Горин – это писатель обманутых надежд. И не случайно его драматургия, прежде всего Тиль, а потом и все остальное, она стала появляться и стала ставиться активно именно в 70-е годы. 60-е для него, для самого, были временем иллюзий. К этим иллюзиям он относился очень скептически. И когда появились их первые с Аркановым пьесы «Банкет» и, в особенности, «Маленькие комедии Большого дома», имевшие огромный успех в театре сатиры, это, понимаете, не просто сатира, это не просто, вообще говоря, насмешка. Это скепсис, циничное, гротескное разочарование. Это драматургия обманутых надежд. Ведь Мюнхгаузен – это не фигура борца. Мюнхгаузен – это фигура, условно говоря, последнего шестидесятника, который выживает и доживает за счет того, что он врет. То есть все, что он говорит, на самом деле святейшая правда. Но он в этом имидже лжеца выбрал выживать. И ему так проще. На большинство шестидесятников тогда смотрели как на Мюнхгаузена. Почему пьеса Горина обладает некоторыми чертами высокой трагедии? Потому что всякому Мюнхгаузену когда-то придется платить за свои слова. Если ты сказал, что ты полетишь на пушке, туда на ядре, ты должен летать на пушечном ядре. И поэтому, кстати говоря, гениальная мелодия Рыбникова, под которую Мюнхгаузен поднимается в свое бесконечное путешествие по этой бесконечной лестнице, вот в это свое последнее восхождение, это еще и бесконечно печальное прощание с этим человеческим типом, которому больше не остается места. Человеческий тип, которого сыграл Янковский, которого он воплотил. Эволюция этого типа и есть главная тема Янковского, потому что, начав как шестидесятник, как Мюнхгаузен, как волшебник из «Обыкновенного чуда», великий сумасшедший сказочник, он все больше и больше приближался к персонажу Вампилова, к «Утиной охоте» и, прежде всего, конечно, к «Полетам во сне и наяву», в которых играет он именно чудовищную растерянность и трусость, и поражение во всех отношениях. И многие сравнивали там финал со знаменитым финалом «Пепла и алмаза», где герой тоже взрывается в сток, и это, в общем, метафора поражения. Поэтому в поздней драматургии Горина появлялось все большее неверие, отчаяние, скепсис, и он задумал пьесу о царе Соломоне. Ему стало интересно понять, как автор «Песни песней» самого яркого любовного текста превращается в героя, в экклезиаста, да? То есть в человека, который уже ни в чем не видит смысл. Его путь царя Соломона заинтересовал. Мне очень жалко, что эта пьеса не была написана. Он мне не рассказывал с огромным увлечением. Я думаю, что и путь самого Горина был именно путем от упоения любовью, счастьем, талантом, щедростью жизни, надеждами,
к все более глубокому и безнадежному разочарованию в финале. И в этом плане лучше его пьеса, как мне представляется, «Поминальная молитва». Я знаю, что некоторые люди, считающие себя специалистами по «Шалом Алейхему», относятся к этой вещи скептически. А мне не важно, насколько она точно соответствует Тевье Молочнику. Мне важно, что это гениальное сценическое произведение. Это грандиозная абсолютно пьеса, которой с поразительной силой воссоздан не просто дух Шалом Алейхема, а неубиваемая сила народа. Это надо было быть Гориным, чтобы сцену смерти Голды синхронизировать с родами дочки. Когда Голда... Это же невозможно, понимаете, невозможно без слез вспоминать и пересказывать. Когда Голда, умирая, помогает, она знает всякое колдовство и таинство, и родовспоможение, и она помогает дочке разродиться, и этот ее последний монолог, когда ее последние слова совпадают с первым криком ребенка, это вот и есть горинская сценичность, высокое сочетание отчаянной трагедии и невероятного счастья. Он на этом контрасте всю жизнь работал. Но это сложная эмоция. Понимаете, это возможно было только в сложной России конца 70-х, когда и начала 80-х, когда лучшие спектакли Захарова делались. Я, кстати говоря, думаю, что вот Петрушевская – это совсем не захаровский драматург, хотя там «Три девушки в голубом» – это, ну, замечательный спектакль. Но когда я его стал смотреть, я с ужасом поймался на том, что читать пьесу мне было интереснее и смешнее. Петрушевская все-таки на сцене, она производит впечатление, понимаете, это действует, когда ты это читаешь, когда ты поражаешься точностью воспроизведения этой речи, когда ты ее слышишь, это на тебя не так действует. Даже в гениальном исполнении Пельца. Потрясающая точность этих монологов. А вот Горин с его абсурдом, слезами, смехом, это замечательная природа истинно театрального таланта. А дело в том, что ведь застой, понимаете, он тоже был таким, я хорошо его помню, синкретическим временем. И я солидарен с Артеньевым, много раз об этом говорил, это лучшее время советской истории, самое плодотворное и интересное. Он не был никаким застоем, потому что, понимаете, когда у вас одновременно работают и Фрос, Горин, Захаров, Любимов, Высоцкий, Аксенов, отец сын Тарковский, братья Стругацкие, это не застой. Это высшая точка развития русской культуры 20 века, более высокая, чем даже Серебряный век, потому что в Серебряном веке было больше пошлости. И вот когда вы видите эту сложную горинскую эмоцию, вы понимаете, что жизнь человека, она и есть такой смех на похоронах, такое умение перемигнуться перед казнью, такое, если угодно, сумрачное веселье в безвыходном положении. А у Горина это было, я правда не думаю, что это было у него еврейским, это было у него скорее европейским. Но он очень хорошо в «Поминальной молитве». Самое ужасное, что спектакль с названием «Поминальная молитва» был, конечно, комический, был фарсом. Там очень много было фарсового. И даже в критические моменты там герои все время в отчаянии, в момент изгнания из местечка, они умудрялись шутить. И когда вот произносил там Леонов, давший обет молчания, произносил фразу «Господи, ты хочешь, чтобы я молчал?» Это производило впечатление абсолютно фарсового. И тут же появлялась фарсовая пара Абдулов, Менахем Мендел с мамой, с мамашей, которую играла Пельцер. А они вкатывались на сцену. Оказывалось, что значит, они приехали, они известили о своем приезде, а телеграмма неправильно дошла, и семья Теви подумала, что это их приглашают. Поэтому ответили телеграммой «Спасибо, никогда не забудем». Это производило впечатление абсолютно комическое. Или когда, кстати говоря, любимая, лучшая
линкомская пара Сирин-Шанина изображала дочку Теви и ее жениха. Там была потрясающая сцена, когда Сирин на тележке с убогим скарбом укреплял ходики и говорил: «Посмотри, как красиво получилось». А она говорит: «Ой, убери, опять скажу, что эти евреи лучше всех устроились». Вот это поразительное сочетание серьеза, трагедии и гротеска, приправленное еврейским скепсисом, это и было природой умирающей, закатной советской цивилизации. Ну и, конечно, гениальная афористичная речь Горина в письме, кажется, к Галине Волчек на какой-то еще юбилей в Театре «Современник», он писал: «Не бойтесь, фашизм в России не пройдет». Но не потому, что Россия – страна вот такой святости, а потому, что в России ничего не проходит. Сейчас я все чаще думаю, что он был прав. Фашизм в России тоже не прошел. Потому что представители этого фашизма были вот такими, как Бабай. А тут полагалось бы, конечно, проводить его какими-то более уважительными словами, но трудно. Дело в том, что этот фашизм спустя рукава. Именно поэтому он в России не прошел. Прошло очередное торжество глупости и подлости, но у страны есть какой-то шанс интеллектом, насмешкой, неубиваемым здравым смыслом всю эту мерзость преодолеть.